Бывает так, что, увидев из окна машину приставов, неплательщики спешат погасить свет, не торопятся открывать дверь. Мол, дома никого нет, местонахождение должника неизвестно, у каждого свои методы. Так или иначе, а приставы своего добьются. Так по улице Советская конфисковали машину. По словам судебного пристава, гражданин должен банку около 500 тысяч рублей. Вдобавок, его автомобиль заложен в банк. В рамках исполнительного производства в пользу кредитной организации арестован данный автомобиль. Сейчас у нас происходят исполнительские действия. Данная машина изъята и передана ответственному хранителю банку. В последующем будут проходить торги, мы ее передадим. Если на торгах данная машина не продастся, то, соответственно, машина будет передана в счет долга взыскателю, в счет погашения задолженности. В городе это не единичный случай. Каждую неделю происходят подобные аресты. Раз в неделю мы всегда арестовываем, изымаем, передаем. В практику это входит. Вот по данному случаю мы сейчас приедем в отдел, составим спецдонос в полицию, сообщим то, что без должника изъята машина, в рамках какого производства, почему спецдонос будет сделан, и уже в ГИБДД и в полиции будут знать, что мы приехали и забрали. Очень легко взять деньги, но довольно сложно их вернуть, особенно с процентами. Приставы советуют, что прежде чем брать деньги в долг, особенно у кредитных организаций, нужно тщательно обдумать такой шаг.